мяч в сетку. Я не знаю, кто автор этого гола. Голкипер, который не видел момент удара, игрок, пробивший по воротам, или вот такая погода. Но мы же с тобой знаем, Георгий, что игра в снег или в дождь дополнительные все-таки трудности командам создает. У нас есть возможность посмотреть на этот гол с другого ракурса.